Завершилась реконструкция подъездной дороги к ЖК «Равновесие». Обновленный транспортный объект осмотрел секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Андрей Иванов. Раньше подъездной путь представлял собой грунтовку с бетонными плитами. Теперь дачники и будущие жильцы «Равновесия» могут пользоваться качественной, безопасной дорогой. Здесь уложили асфальт, сделали тротуар, установили 29 фонарей, построили ливневую канализацию и нанесли разметку. Дополнительно сделали заезды со стороны Можайского шоссе, а в зоне пруда установили новый забор.